Итальянский премьер сдержал обещание. Маттео Ренци сегодня собирается уведомить президента о своей отставке. Жители Апеннин накануне на референдуме сказали «нет» его конституционной реформе. Против проголосовали около 60% избирателей. Я хотел упразднить слишком многое в итальянской политике. Я проиграл и намерен оставить свой пост. Я соберу кабинет, поблагодарю коллег, прекрасную сильную команду и отправлюсь в Квиринальский дворец, где передам прошение об отставке президенту республики. Суть предложения Ренци в том, чтобы упразднить двухпалатную систему итальянского парламента, это позволило бы избежать ротации одних и тех же политиков на разных должностях.